Друзья, вот такие вот знания вы получаете потом Кто на первом платно. месте? Слушайте, с Питера вообще кошмар. Я в шоке, ли он торчок, или он пьяный. Дальше поехали. Кто на втором месте? Кто на третьем? Самое смешное. Посмотрите количество просмотров. Ну, количество просмотров Прикольно? все крутят, конечно. При 27 просмотрах я на втором месте в запросе Ютуба. Всего 27 просмотров, у меня 500 бывает. Прикольно? Конечно, прикольно, ржака не могу. Кому понравилось, напишите, пожалуйста. Я. Давайте напишем. Ржу не могу. Ничего здесь такого нет. Мы вас этому научим. Мы вам расскажем, как сделать так. Мы вам покажем. Мы возьмем вас за руку. Мы вас приведем, как сделать так, чтобы ваши ролики, понимаете? Давайте дальше И над речью. важно, Смотрим за его кто речью. крутой в теме, кто на первом месте в теме. Все проплачивается отдельно. Ничего. Ничего не Ничего. просматривается. 27 тысяч просмотров завтра, не знаю, у меня такого нет. Людям важно, кто в теме лидер. Да? И когда ваши ролики выходят в Ютубе, люди идут к вам. Люди переходят к вам. Люди хотят учиться у вас. Вот кому это понятно, поставьте, пожалуйста, троечки. Едем дальше. Третий вариант. Привлечение клиентов, Третий вариант привлечения о котором клиентов. большинство людей, они, знаете, вот как, они такие вот так делают. Я не хочу об этом знать. Но это огромные деньги. Это огромные деньги.